То она прыгает, то она валяется. Ты побегай там, покажи, как ты умеешь, как козочка скакать. Расцветка у нее, как у бурундука. Настоящий бурундук полосатый. Пепка. Назвали мы ее Пеппа, потому что она нам напоминала свинку. Когда к нам маленькая пришла, она очень много ела. Ну и сейчас, конечно, она не отказывается от лишнего кусочка. Пеппа, Пеп, Пеппа. А ну чини, как ты умеешь чихать. Она, интересно, чихает-то? Мы ее взяли, у нее была простуда, у нее такой насморк был. И она все время чихала. Ну, немножечко вот еще осталось, у нее какая-то аллергия на запахи. Пеппа, Пеппа. Там учуяла. У нас Пепка. Вот она показывает, какая она чистюля, моется, готовится ко сну. На этом, дорогие мои, я заканчиваю свое, вернее, Пепкино знакомство с вами. Всего вам доброго. Не забывайте мой канал Пчелка ТВ. Заходите, оставляйте свои комментарии. Пока-пока. Пеппа.